Россия – священная наша держава, праздник, объединяющий всех, несмотря на возраст, пол, социальный статус, национальность и вероисповедание, прошел в эти выходные на всей территории страны, от Москвы до самых окраин. Сегодня страна отметила главный праздник – День России. Повсеместно прошли народные гуляния, выставки и концерты. Красная площадь столицы Чувашии с утра встретила горожан и гостей праздничной программы. Танцевальные и вокальные коллективы сменялись один за другим. России объединяет всех, кто любит свою родину, помнит ее историю, гордится ее победами, отметил глава города Чебоксары Леонид Черкесов, открывая торжественное мероприятие. Мы вместе, мы едины. Владимир Владимирович Путин отметил главной национальной идеей – это патриотизм. И мы говорим, что должны воспитать наших детей и внуков историей, поступками наших отцов. Этот день стал праздничным вдвойне в жизни юных горожан, получивших напутствие и главный документ своей жизни – паспорт из рук главы Чувашии и почетных гостей торжества. Мы живем в России, мы любим Россию. И так совпало, что моя дочь получает паспорт в этот день. И президент Чувашии вручил лично паспорт. Спасибо России, спасибо Чувашии за то, что вот нас любят так и уважают. Россия – уникальная страна. Она всегда отстаивала и продолжает отстаивать свой суверенитет. День России – праздник свободы, закона и справедливости. Мы рождены в России. Мы любим свою землю. Мы любим свою Россию. Мы любим свою страну. Потому что это наша земля. Это наше отечество. Видим, как консолидируется народ, как наш народ, россияне, объединяются вокруг своего национального лидера. Наши люди заслуживают достойной жизни. И нужно помогать нашему президенту Владимиру Путину делать нашу страну сильной и побеждать. Родион Архипов, Расиль Мухаметов, Республика.